В Новосибирской области сегодня начали отмечать День защитника Отечества. В этом году праздник попадает на воскресенье, поэтому торжественные собрания прошли в последний рабочий день этой недели. В этом году, в году памяти и славы воспринимаются по-другому. В первую очередь мы вспоминаем самых главных защитников нашего Отечества, победителей, ветеранов, участников Великой Отечественной войны, тем людям, которые обеспечили ту самую разнообразную, интересную историю для нашей страны и обеспечили будущее нашим поколениям.